Это не твоя козочка, это ее папа. Тебя. Да. Привет, пап. Нет, еще дома. Ну, минут 40. Хорошо, в клубе встретимся. Куда собираешься? В клуб. В клуб. В клуб. Кому свежего мяса? Какого мяса? Какого мяса? Ты где этих фраз понабиралась? Каких фраз? Никаких... Никаких этих клубов, ты меня поняла? Я знаю эти клубы, знаю, это травой понаколивается, а потом себе пьяные таблетки в уши суют, чтобы пьянеть быстрее. Да мы пойдем просто потанцевать с подружками. Хорошо, хорошо, только никаких танцев и риту за день. Чего? Ничего. Пап, дай 150 гривен. Не дам. Ну и ладно, подумаешь. Что подумаешь? Девочка, пой! Сколько? 132,50. Хорошо, я пошутил. Я пошутил, на. На. Вау! С кем идешь? С Катей. Еще с кем? С Сережей. Дальше продолжай. Еще будет друг Сережи. Не помню, как зовут. Пока там я потом милиции на опознание буду спрашивать, с кем она была, что я отвечу? С другом Сережи или я не помню, как его зовут? Папа, ну какое опознание? Не говори глупости, я опаздываю. Блин, где моя пилочка для ногтей? Возьми нож! Какой нож? Папа, да не нервничай ты так, я уже взрослая. Ну какая взрослая? Какая взрослая? Ты еще совсем ребенок. Ну какой ребенок? Мне 20 лет. Так, ладно. С тобой? С тобой кто будет? Светка. Светка. Это та шалопендра из соседнего дома, что в 15 лет родила? Ну какая шалопендра, папа? Это произошло совершенно случайно. Тем более у него замечательный сын, взрослый не по годам. Хорошо. И когда эта дискотека закончится? 4 утра. Но мы еще хотели поехать на автопати. Так, никаких автопати! Папа, ну не начинай. Мы поедем в обычный суши-бар. Папа, привет! Сони, какого клуба? Никаких рафтопата и никаких этих суши с кавказцами. Все! Ну, папочка, ну, пожалуйста. Ну, я тебя умоляю, для меня это очень важно. Как ты домой добираться будешь? А меня потом Коля проведет. Если я с ним пересплю. Что ты сказала? Я говорю, меня потом Коля проведет. Ну, помнишь Колю? Еще раз тронешь мою телку, я тебя зарою. Понял? Это моя дочь! Так, никакого Коли, да? Я сам за тобой заеду. А ну быстро села в коляску и шлем одень! Папа, да чего ты так волнуешься? Я буду не одна. Да? Ты думаешь, я не знаю, как это все происходит? Ты думаешь, я не был молодым? Так, все, решено? Ты никуда не идешь. Никуда! Папа, я не пью, не курю. Вот что ты курила? Папа, ну ты же знаешь, что я домой возвращалась всегда нормальная. Да? Мама, я пришла. Так, выпускной не считается. Ты себя вспомни. Мать, мы дома.
Не, ну у меня был повод. У меня дочь школу закончила. Такое раз в жизни бывает. Дотя, я тебя прошу, оставь. Мама, печенку натушит, а? А я в гараж схожу, компот вишневый принесу. Посидим, посмотрим белое солнце пустыни, а? Ну, папа, я уже с подружками договорилась. Так позови их, пусть к нам приходят. Вот, познакомься, мои подружки. Отстань от нее, пусть идет. Ну, папа! Ну, спорь! Все, я пошла. С Богом! Викуся! Ну что, папа? Ничего. Шапку я тебе говорю. Так. Ну что за дочь? Она с тобой, мать, до инфаркта доведет.